19 августа на базе школы номер 7 в микрорайоне Заозерный прошла вторая августовская конференция работников физической культуры и спорта. Ее участники подвели итоги смотра конкурсов среди спортсменов, наградили победителей и наметили планы на будущий год. Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму в Курганской области Александр Васильев вручил тренерам и руководителям спортивных школ области сертификаты на получение денежных средств. Достаточно солидная сумма, более 2 миллионов рублей, поэтому эти деньги будут направлены на развитие материальной базы, на участие в соревнованиях, на решение каких-то задач, которые на сегодняшний день должны быть решены в наших школах детских спортивных. Ну и зададим импульс развития на предстоящий учебный год.